24 марта 2019 года. Переулок Атакара Ярыша возле проспекта Науки, ранее проспекта Ленина. Сейчас мы пройдемся в ту сторону. Здесь все очень сильно изменилось, застроилось. Огромные многоэтажки, бизнес-центры. Я здесь тоже давненько не был, иду, и все не узнать. Спортивный клуб спорткомплекс «Юнифехт». Там за ним раньше был большой благоустроенный стадион. Сейчас, по-моему, там все разваливается. Но я туда сейчас не имею времени пробираться, поэтому прогуляемся по переулку. Вот здесь гостиница, кто помнит, ее уже даже не видно, она затерялась среди многоэтажек. Гостиница «Мир», которая когда-то здесь одна возвышалась, многоэтажная такая высокая, но уже затерялась среди высоток новых новостроек. Район застраивается активно. А вот здесь находится музей компьютеров, относительно новый в Харькове, куда сейчас я и пойду, но это будет уже отдельный видеосюжет. Возле станции метро Гагарина, улица Вернадского, в ту сторону пошла Маломясницкая, здесь же рядом Левада, ЖД вокзал, и вот Харьков строится. Вот этот район, смотрите, уже многоэтажки растут. Совсем недавно их здесь не было. Кто помнит, знает этот район. Если интересны видеосюжеты о Харькове, трансляции, сюжеты в 4К качестве, подписывайтесь на новое. Смотрите ссылочки в описании. Видеосюжеты о Харькове на двух каналах. Всем привет из Харькова!